слоган IT-рейтинга Украины – первая диджитал экосистема Украины. А что в этот комплекс входит, что подразумевается под таким слоганом? То есть это получается больше, чем рейтинг. Получается, что рейтинг – это как один из разделов, да? Какие конкретно боли решает IT-рейтинг для украинского айтишника? А какой интерес IT-компаниям принимать участие в IT-рейтинге? Есть такая идея, то есть собрать весь IT-сектор в одном месте, вот, от сотрудников до руководителей IT-компаний, вот, и их клиентов. Основная, то есть, миссия как бы рейтинга и больше даже рейтингового раздела, да, это достижение прозрачности IT-рынков. В основе рейтинга основной балл лежит, это верификация, то, чего нет нигде.